Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я знаю, что дело больше социального плана, но пока все поняла, заняло плюс-минус 23 года, пока в кучу не смешался, потом все это нужно было распутать. Понадобилось время. Живу с родителями, сестрой и братом, но нет комфорта и даже спокойствия. И не будет, пока я не стану жить одна. Я подозреваю, что мы мешаем им, то есть становимся удобными для них, а это значит, что большинство дел они будут на нас скидывать. Отсюда вечные жалобы на здоровье, манипуляции, обиды и упреки. Хотя так будет, даже если мы будем жить отдельно. Я знаю, может и нет. Еще как сложно зарабатывать деньги. Физически по-другому не получается. И терпеть мамы на психозы, когда она не понимает. Периодически бьется посуда. Мы вроде привыкли, но не знаю, что делать, как будто в тупике. А в реальности есть что-то интересное, я еще не видела. Или я что-то не так делаю. Смотрите. В первую очередь мне хочется сказать, что у вас как будто бы депрессивное состояние. Вот. То есть, если вы не видите, ничего интересного, да, вот в жизни, там, вот такая история, то есть ощущение, что вы вот, переживаете как будто бы вот это депрессивное немножко состояние свое. Вот. И я думаю, что вам бы здесь как раз надо бы обратиться к врачу, значит, психиатру, клиническому психологу для того, чтобы проверить, подтвердить или опровергнуть наличие у вас вот этого состояния, соответственно, тогда уже с ним что-то делать. Вот. Депрессивное состояние вами ощущается, оно может ничего не значить, а может означать то, что у вас депрессия, и, соответственно, отсюда идут некоторые аспекты. А дальше. Вы пишете, что, терпите мамины психозы, когда она не понимает. То есть вы хотите понимания. Вы требуете этого понимания от нее, судя по всему, вы ждете этого понимания. Но мама все не понимает и не понимает, да, и, соответственно, отсюда накапливается обида. Можете ли вы взглянуть на свою маму? Немножечко другими глазами. Вот, можете ли вы взглянуть на свою маму как на человека, а не только как на маму. Вот. И можете ли вы увидеть, что лежит в основе того, что вам хочется, чтобы она вас, например, поняла. Вот. То есть это, на мой взгляд, очень такой важный момент, на который я думаю обратить ваше внимание. Следующий аспект касается того, то вам тяжело зарабатывать деньги. К чему это? К тому, что вы не чувствуете себя реализованной, например. Или что-то еще. То есть это вот тоже такой момент. Могли бы вы, хотели бы вы зарабатывать как-то, по-другому, да? Вот. Вы пишете жалобы на здоровье, манипуляции, упреки и обида. Конечно, это тяжело.
Ну, тяжело, в смысле, когда такое происходит. Понятное дело. Но с этим можно и нужно работать. В первую очередь, выстраиванием личных границ, созданием личного своего пространства, вот, и постановка цели. Нет ощущения, что эта цель есть у вас. А вы говорите, что ничего интересного нет. В реальности есть что-то интересное. Может быть, есть, может быть, и нет. Это может, на этот вопрос можете ответить только вы. Только вы, больше никто. А чтобы ответить на этот вопрос, на мой взгляд, нужно вам сначала избавиться от подавляющих моментов. От подавляющих аспектов. Вот. То есть, ну вот, то, что вас сейчас на данный момент подавляют. Вот. Подавляют вас родители, какой-то, может быть, не знаю, долг, связанный с ними, вот, и так далее. То есть это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Значит, отвечая на вопрос. Отвечая на вопрос. Есть ли что-то интересное? Я могу сказать, что да, конечно, есть, но для этого нужно этому открыться. Вот. Этому нужно открыться, этому нужно, ну, как бы, позволить быть. Чтобы этому позволить быть, нужно себе доверять. Доверять своим чувствам, своим эмоциям. Вот. А пока что вы не можете этого сделать. Потому что вы себе не доверяете. Поэтому задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам это сделать. Понимаете, да? Такая история, на мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.